Так, привет, пишем. В общем, как я выпустил видео про гармошки Савита, я там я рассказывал, как купил две по цене одной. Вот, с тех пор пришло очень много писем на почту, Почты России, со всех областей страны, где люди интересуются, а что же стало с гармошкой Джек Дэниелс. Вот давайте смотреть, что с ней стало. Значит, ну, это ее коробка Джек Дэниелс. И вот эта гармошка Джек Дэниелс. Ну, как я и обещал в прошлом видео, как я и говорил. Вот. На самом деле это Special 20. Та самая, которая пришла ко мне в каком-то потрепанном состоянии. Вот. И самая интересная история, что вскрыл я эту Special 20 для того, чтобы поставить крышку от Джек Дэниелс. Вот. А там оказалось просто настолько она заплеванная, настолько она оказалась, я не знаю, загаженная, грубо говоря, что у нее запали второе, третье отверстие, просто запали, просто перестали играть. Я думаю, что человек, а так как продавала девушка, наверное, попыталась туда подудеть, поняла, что гармошка нерабочая, и продала мне ее вместе с Golden Melody. А Golden Melody оказалась в точно таком же состоянии. Ну, про Golden Melody будем отдельный обзор снимать, а сейчас по Джек Дэниелс. Значит, что произошло? Я ее всю вычистил, заднюю крышку оставил, пусть даже она потертая. Вместо крышки Special 20 поставил Джек Дэниелс. Соответственно, крышку Special 20 поставил на ту гармошку Джек Дэниелс, на родную, которая совершенно никакая. Ну, никому, конечно, продавать я не буду ее на Авито под видом Special 20. Это мошенничество, это будет нехорошо. Вот. Но кому-нибудь ради прикола подарю. Объясню ситуацию. Если человек устроит, она, в принципе, нормально дудится, немножко пыхтит, но ничего. А это вот чистая Special 20. И здесь еще я от той гармошки Джек Дэниелс взял винты, гаечки. Вот видно даже, что они не Special 20. Они такие серебристенькие. Очень такие они хорошенькие. Вот. И сейчас покажу, как эта гармошка звучит. Только камеру переставлю.